в эфире «Встречая Новый год вместе с Вести», ведущая я, Анастасия Стародубова. Впереди новогодние праздники, самое время позаботиться о здоровье. Одним из лучших методов оздоровления организма является фармакопунктура. Фармакопунктура основана на введении в биологически активные точки лекарственных веществ. Методика более 60 лет практикуется в Японии. Передовой опыт переняли российские врачи. Сегодня данная процедура доступна и жителям республики. В Абакане ее практикует доктор, иглорефлексотерапевт, владеющий методикой фармакопунктуры плацентарным препаратом Андрей Киселев. Фармакопунктура позволяет вводить много лекарственных веществ в биологические активные точки, тем самым оказывая влияние на весь организм и добиться желаемого результата. В последнее время применяются лекарства плацентарного характера, то есть гидролизат плаценты человека. Благодаря введению фармакопунктуры данный препарат оказывает очень мощное воздействие на весь организм. Сама процедура практически безболезненна. Препарат вводится в микродозах, внутримышечно, в конкретные точки, отвечающие за определенные функции организма. Воздействие производится сразу на источник боли и практически не имеет противопоказаний и побочных эффектов. Таким образом, с помощью небольшого количества лекарства происходит восстановление сил и оздоровление. Также без хирургического вмешательства с помощью плацентарного препарата можно вернуть мышцам лица и тела эластичность и тонус. Перед новогодними праздниками нам хочется узнать, что же ждать от будущего года. Для этого многие обращаются к сверхъестественным силам, а именно к гаданию. Кстати, вы можете использовать магию не только для предсказания будущего, но также для развлечения гостей. С 25 декабря по 17 января можно проводить новогодние гадания. Именно в это время после зимнего солнцестояния образуется переход между старым годом и новым. Самый распространенный способ ворожбы – по сну. Смысл прост. В ночь на 31 декабря нужно запомнить то, что вам приснится. Если сон будет красочный, то таким ожидайте год. Существует множество магических ритуалов, по которым девушка может узнать, кто будет ее будущим мужем. Гадание по зеркалу – самое страшное и мистическое. Не каждый отважится на него. Из двух зеркал строится коридор, и затем девушка зовет своего суженого. Его отражение должно появиться в зеркале. И гадание по тени. Чтобы узнать свое будущее, нужно взять целый лист бумаги, измять его и сжечь. После пепел подносят к стене и по чертаниям тени высматривают будущее. Новый год – самый магический праздник. И, конечно же, будем надеяться, чтобы в наступающем году сбылись все загаданные желания. Всего самого наилучшего! Смотрите нас каждое утро на канале «Россия-1» и встречайте Новый год вместе с «Вести».